Из оборота будут убирать все металлические гривны золотого цвета. Об этом мы узнали на брифинге НБУ. Но не спешите их сдавать. В этом видео вы увидите дорогую монету Украины 1 гривну, которая была продана за 37 тысяч гривен на интернет-площадке Виолити. Что особенного в этой гривне, я расскажу и покажу, почему она такая ценная и на что стоит обратить внимание, чтобы заработать на редких монетах Украины. Обиходная украинская монета номиналом 1 гривна продалась на Виолити за 37 тысяч 10 гривен. Наши металлические гривны чеканились в разные года, и у них разные тиражи. От самых маленьких пробных, начеканенных в единичных экземплярах, до монет с миллионными выпусками. Чем меньше тираж, тем дороже цена, и тем выше желание коллекционера положить к себе в коллекцию такую монету. Кстати, я покупаю к себе в коллекцию редкие монеты Украины, список дорогих монет будет в описании к этому видео, так же как и мои контакты. Если хотите продать, напишите мне. Металлические гривны 1995 года считаются редкими среди всех металлических гривен. Я не говорю о монетах 1 гривна 1992 года, так как эти монеты считаются вообще пробными, с очень маленькими тиражами. А вот гривну 1995 года находили в обороте. Их приблизительный тираж около 50 тысяч штук, и это немного. В то время как тиражи монет 1 гривна делались миллионными экземплярами. Это мы видим в таблице монет прямо сейчас. Поэтому 1 гривна 1995 года очень ценная коллекционерами. Цена такой монеты от 500 до 1000 гривен. Но самый главный момент, есть некоторые отличия, которые ну очень повышают стоимость монеты 1 гривна. В данном случае это редкая и ценная монета гривна 95 года, которая была продана за 37 тысяч гривен, отличается тем, что на гурте этой монеты указана другая дата, 1996 год, вместо 1995. Именно благодаря такой ошибке первого монетного двора Украины такая монета становится уникальной, и коллекционеры платят такие большие деньги. Такой брак с датой есть и на монетах 1 гривна 1996 года. Там гуртовая надпись 1995. Такие монеты тоже стоят сильно дороже. И в связи с тем, что желтые гривны будут постепенно изымать из оборота, то встретить такую монету в обороте просто невозможно. Ни 95, ни 96 год. Так что искать такие монеты нужно только в копилках. Не забудьте проверить свою. Возможно, вас там ждет редкая и дорогая монета Украины 1 гривна, которые можно дорого продать на Виолити или коллекционеру напрямую, мне например. Также я показываю новые монеты Украины, такие как 10 гривен монетой, и реакцию продавцов на эти монеты. Ставьте лайк этому видео, если верите в свою удачу, и вам обязательно повезет. Я желаю вам удачи и фарта как в находке редких монет, так и просто в жизни. Всем пока!